По поручению главы муниципалитета сегодня прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и развитию сети автомобильных дорог. Обсудили состояние аварийности на территории муниципалитета и планы по ремонту дорог регионального и муниципального значения на этот год. Капитальный ремонт запланирован по субсидиям Московской области. 4 объекта. Дорога от деревни Борисова до деревни Матурлино. Деревня Васильевская от автомобильной дороги Сербухов-Велимисьянова до деревни Верхней Велими, улица Севцова в городе, подъездная дорога к лесному поселку Сушки и 4 объекта на ремонт. Подъездная дорога к СНТ Биофизик в районе деревни Тульчино, подъездная дорога к СНТ Русский лес, улица Форса, улица Джонарида, участок от Подольской до Ворошилова. В ходе заседания также рассмотрели обращения граждан по поводу установки светофорных объектов, дорожных знаков, искусственных неровностей.